Всем привет! Несмотря на то, что календарная зима уже наступила, снега у нас нет. Мы очень хотели выехать до Нового года, но не получается. Поэтому сегодня мы сделаем небольшой обзор нашего нового снегохода Vepr 460. Запустим двигатель, покажем работу вариатора, реверс-редуктора и покажем работу подвески. В основе снегохода легкая самодельная рама. Передняя подвеска двухрычажная, на доработанных вазовских амортизаторах и пружинах от мотоцикла «Урал». На самодельный руль установлены ручки с подогревом и курком газа. Задняя подвеска склизовая с маятниковым рычагом. Тормоза гидравлические установлены на ведущий вал гусеницы. Гусеница «Полярник» 64 шага, производство завода «Композит». Двигатель «Лифан» 20 лошадиных сил, передает крутящий момент через вариатор «Сафари» на шестеренчатый реверс-редуктор. По громкости работы новый 20-сильный лифановский мотор, такой же, как и ранние модели 192 серии. Рычаг переключения реверса установлен на раму. Если фиксация передач будет ненадежная, добавим на него гребенку. Сейчас можно услышать тот самый звук работы прямозубых шестерен редуктора. Стоит заметить, что передачи включаются очень мягко, без хрустов и ударов, и это несмотря на самоход ведомого шкива вариатора. Работа двигателя, вариатора, коробки реверса и подвески нас вполне устраивает. Не терпится испытать этот снегоход в деле. На этом на сегодня все. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Успехов, удачи и много-много снега. Всем пока!